И вот сегодня в 6 часов утра мне позвонила ее помощница Кристина, подруга, и сказала, что силовики ловятся в дверь, стучат, спросили, что делать. Я дал им инструкции, что нужно просто выяснить, по какому поводу. Они ответили, что будет происходить обыск жилища. На это я попросил, чтобы дождались меня, не отказались ждать, сказать, что есть 10 минут на то, чтобы открыть дверь. В итоге они зашли на территорию участка, зашли в дом. После того, как обыск был закончен, Марину Владимировну доставили сюда. Вот сейчас мы стоим, ждем, пока за мной спустится сотрудник и начнутся следственные действия. Предварительно инкриминируют статью 207.3 Уголовного кодекса, вот эту печально известную статью, по которой уголовной ответственности привлечены Владимир Кармуза и Илья Яшин, известный Саша Скочеленко. Поводом послужил пикет на Софийской набережной.